26 мая все предприниматели России отмечают свой профессиональный праздник. Однако отпраздновать его любят не только бизнесмены, но и студенты, которые уже хорошо представляют себя в сложном мире большого бизнеса. Они, как никто, понимают, что предпринимательству можно и нужно учиться. Ведь это важнейший рычаг рыночной экономики. Но учиться бизнесу – это более чем реально. Это подтверждает и большая работа таких проектов, как «Фабрика предпринимательства» и «Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета». Именно там юные бизнесмены узнают, как сохранить свой бизнес и как повысить доход. С ними неоднократно встречаются опытные бизнесмены и делятся знаниями по решению всех трудностей. Безусловно, предпринимательство набирает обороты. И сегодняшний день уже невозможно представить без тех самых компаний, которые готовы нам предоставить услуги. И каждому ясно, предприниматель – это не просто менеджер. Это и психолог, и политик, и юрист. И все это в одном лице. Конечно, стать таковым нелегко. Но и не стоит забывать, что Казанский федеральный уже готов подготовить к современной жизни менеджеров нового поколения. Аделя Мухаметшина, Универньюз.